Аккорды у нас здесь простые, сейчас я вам покажу. Можете играть одними квинтами, либо как я комбинирую. Первый аккорд у нас квинта А диез. Указательный палец у нас на шестом ладу шестой струны. Безымянный у нас на восьмом ладу пятой струны. Мизинец у нас на восьмом ладу четвертой струны. Первая, вторая, третья струна у нас приглушается указательным пальцем. Зажимаем лад и кладем палец на остальные струны. Тем самым мы играем только три струны, шестая, пятая, четвертая. Далее перемещаем эту позицию на второй лад. Это квинта у нас F диез. Тоже указательный палец, безымянный, мизинец. Первая, вторая, третья приглушается. В припеве я еще добавляю средний палец на третьем ладу третьей струны. Первая, вторая приглушена. Далее эту позицию мы спускаем на одну струну вниз. И перемещаем на четвертый лад. C диез. Шестую струну мы приглушаем либо средним пальцем, либо краешком указательного. То есть поставили лад и чуть-чуть задеваете шестую струну, чтобы она у нас не звучала. И также первая, вторая у нас приглушена. В припеве я добавляю мизинец на шестом ладу второй струны. Указательный палец на четвертом ладу пятой струны, средний палец на шестом ладу четвертой струны, безымянный у нас на шестом ладу третий, мизинец у нас на шестом ладу второй струны. Первая, шестая струна у нас приглушается. Приглушаем шестую струну мы краешком указательного пальца. Если у вас не получится этот аккорд в припеве, можете просто играть квинту. Далее мы поднимаем эту же позицию на струну выше. Получается шестая, пятая, четвертая струна. Квинта G диез. В припеве у меня еще добавляется средний палец. Ставится он на пятом ладу третьей струны. Опять же, и расставляем пальцы, как в квинте. Первая, вторая у нас приглушена. Перебор у нас играется очень просто. Ставим квинту А диез. И играем шестую, пятую, четвертую, пятую. Так играем два раза. Далее перемещаем аппликатуру на второй лад. Играем то же самое. Шестая, пятая, четвертая, пятая. Шестая, пятая, четвертая, пятая. Далее позицию мы спускаем на одну струну ниже и перемещаем на четвертый лад. И играем пятую, четвертую, третью, четвертую. Пятую, четвертую, третью, четвертую. Позицию перемещаем на струну выше, то есть уже играется шестая, пятая, четвертая струна. Шестая, пятая, четвертая, пятая. Ставим квинту А диез, играем вниз, руку на исходную, вниз, руку на исходную, закрываем левой рукой все струны, играем вниз, вверх, вниз, вверх. Ставим аккорд F диез, то есть включаем уже средний палец, либо опять же играйте квинтами, как вам удобно. Вниз, вниз, прикрываем струны, вниз, вверх, вниз, вверх. Далее ставим аккорд C диез с мизинцем, либо играйте квинту, как вам удобно. И играем вниз, 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 немного держим паузу, вверх, меняем аккорд на G диез со средним пальцем, руку у нас на исходную, вверх, вниз, руку на исходную, вниз, руку на исходную, вниз, вверх. Вниз, 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 пауза, вверх, меняем аккорд, вверх, вниз, 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 вверх.
Далее мы играем вниз, 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 пауза, вверх, пауза. Мы закрываем все струны и играем вниз, вверх, вниз, вверх. Первый аккорд у нас квинта А-дез. И сыграем 4 раза вниз, и после 4-го раза сразу же вверх. Вниз, 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 вверх. Руку на исходную меняйте аккорд на Г-дез со средним пальцем, либо квинтой, как вам удобно. И играйте вверх, вниз, 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 вверх. Повторим этот момент. Далее ставим C-дез. Меняем на F-дез, руку на исходную. И повторяем. Вверх-вниз, вниз, пауза. И начинается у нас перебор.